Приветствую вас, друзья! Это канал Волчок ТВ, и сегодня будет небольшой отчет в формате влога о том, как мы с моим сынишком Карапузиком сходили на выставку и соревнования по авиамоделированию. Как вы можете сейчас убедиться и видеть на своих экранах, управляют радиоуправляемые модели, а также еще вы увидите импульсные, ну то есть когда просто запускают ее с руки. Приятного просмотра, друзья! И хорошего настроения. Мы, друзья, перелетные птицы, только вы наш одним не хороши. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки, потом. Первым делом самолеты, ну а девушки, потом. Нежный образ мечтав ты, голубый, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Чтоб с тоскою пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Thank you.
этом все у меня, друзья. Надеюсь, вам понравился мой короткий влог. Не забывайте подписываться на мой канал, лайкать, если понравилось. А также смотрите на канале много интересных других роликов о поделках, самоделках, прогулках и спорте. Удачи и творческих успехов во всем, друзья. Пока!